С вами Bloodlines, и сегодня мы дальше продолжаем играть в глубокий сон. Это уже финальная часть, я так думаю. И оказались мы, как вы помните, во сне, видимо, я так понимаю. Так, музыкальная шкатулка, и мы пробираемся дальше. Сейчас мы нашли какую-то квартиру непонятную, что тут происходит, я не знаю. Музыка так стала, ну, то есть выключилась. А, не, потише сделал. Так, нет воды, нам надо что-то находить, что-то раскрывать, сюжет этой игры. Молотком, что ли, постучать по ней, чтобы она была... Так, музыкальная шкатулка, видимо. А ну-ка, давайте попробуем ее открыть. Нет, не откроем мы ее. Закрыто. Мы не сможем сюда пройти. Так, а что же я тогда пропустил? Что-то я пропустил. Давайте попробуем. Тут нет воды, да? Ну, может быть, бачок какой-то или... А ну-ка. А, нет, это вниз, видимо. Так, разбитое стекло. И нет воды. А ну-ка, давайте саданем молотком. Блин. Нет. И закрутить мы не сможем, да, наверное, ничего там? Да, значит, что-то другое надо придумывать. Опа! Да охренеть! Ключ вообще среди пикселей, я б его вообще никогда не нашел бы. А ну-ка, давайте, может, отсюда? Нет. Видимо, не от музыкальной шкатулки, а от двери. Есть. Отлично. Я бы, честно говоря, в пиксельной игре вообще ничего не заметил бы. Еле-еле наугад чисто тыкнул. Так, что у нас тут? Какая-то... Какие-то вентили непонятные. Что-то блокирует его. Пустые слоты, туда что-то надо, наверное, влаживать, наверное, что-то такое вкладывать. Так, пока тут ни хрена нету, давайте пробираемся дальше. Что же у нас тут интересного есть? Что это? Канистра с бензином или что? Да, пустая только, наверное. Книги какие-то. Ничего интересного тут нету. Тут как выемка какая-то, да, друзья? Ну, а ну-ка, тут больше ни хрена нету. Давайте сюда пройдем. А тут у нас какая-то квартира с грибочком. Fat Only... Что-что-что? Муструм. Может, полить его хрен его знает, что с ним делать. Или отрезать его как-то. Опа, я что-то взял. Какой-то блок, что ли. Так. Блин, как же тут гудит громко. Так, а может, я что-то тут пропустил? Смотрите, блок тоже, как будто бы его сюда вставлять, не? Может быть, что-то тут есть. Ничего интересного тут, он говорит, нету. Но, может быть, где-то среди чего-то я, может быть, что-то пропущу. Так. Тут у нас тоже ни хрена. Или, видимо, этот блок надо вставлять сюда. Только пока что толку нету, потому что их надо 4, наверное. Так, ладно. Музыкальная шкатулка. Мне ее надо как-то открыть, только я не знаю зачем. И выйти я отсюда, наверное, не смогу. Значит, что-то я пропустил. Слушайте, давайте попробуем. Сюда ж мы не проходили. Ага, во. Отлично. Так, что это у нас тут? Что это, какие-то стоун-таблетки, что ли? Я не могу достать. Что это такое? О, вот заводной ключ, который откроет нам. Так, это, видимо, комната с другой, да? А, я тут не пройду. Ладно, давайте сейчас сунем, посмотрим, что же будет. Что произойдет-то? А ну-ка. Довольно атмосфера такая интересная. Я б не... Ух ты! Воу! Что за хрень? Ёшкин дрын. Что за херня? Комната поменялась. Тут какие-то... Как ловушка какая-то получилась. И обратно, смотрите, мы можем вернуться. Все как будто бы поменялось. Как будто бы... Как Silent Hill. Мы зашли какую-то... Помененный, блин. Непонятный. Как будто бы сожрали пол стола. Так, а ну-ка давайте теперь опять пройдем, посмотрим, что же будет. Я надеюсь, никто меня не напугает. Но довольно страшная игрушка, я вам скажу. Потому что ты проникаешь в нее. А ну-ка, здесь ничего нет у нас. Тут ты не достанешь, да, надо чем-то достать. Или пробить. Что это? It's stuck. Как застряло, и я не смогу, да, провернуть его. Но этого я раньше не видел. Может, молотком долбануть там как-то, я не знаю, сбить ржавчину там, не? Не, видимо, не так. Ладно. А, да блин, я ж не сюда хотел пройти. Или куда мне надо? А, во. Так. Вот здесь мы были. Смотрите, выемка. Выглядит как что-то непонятно что. А ну-ка, давайте сюда попробуем эту штуку воткнуть, не? Ага. Не войдет. Так. Я все под... Опа! Я снял что-то. А ну-ка, молотком...
Может, ее зажать надо? Опа! Все, что-то... А, мы... Мы ловушку, что ли, закрыли? Что, это у меня в наушниках было или... Не пойму, или где? Какие-то звуки уже непонятные. Я уже шугаюсь, если честно. Так вот... Так, ловушку, видимо, зажали. А ну-ка, давайте попробуем пройти. Да уж, конечно. Оу, тихо, тихо. Что это? Мы проходим? Блин, давайте быстрее, быстрее, быстрее проходи, дурак. Сейчас зажмет еще. Какие-то следы непонятные. Где-то лазим, вообще непонятно. Какой-то мир такой странный. Куда мне идти? Давайте сюда. А, не, это я обратно прошел. Значит, наверх. Так, во! Вот что мы нашли. Это была плитка, кусочек плитки. Так, опять куча грязной, ненужной нам посуды. Так, сломанная печка. Что тут, хлебушек? Тосты. A bit old, still crunchy. Потерянные в темноте, как я, что ли? Hello, my toasty, друг, ты все еще тут? Он с тостами уже начал разговаривать. Конечно, ты все еще тут. Что за пиздец? Мне нечего больше сказать тебе, да? Ясно, короче, у него крыша уже едет. Так, грязное мясо какое-то. Так, а что нам? Мы больше тут ничего не возьмем? Пахнет чем-то непонятным. Ну, давайте попробуем. Может, долбануть чем-то, не знаю, молотком. Не? Кстати, газовое это, да? А что если... Тут никак газ нельзя заправить, не? Может, тут как-то включить? Вот эта лампа у меня, я не понял. То есть, вот это вот... Она ж на газу, да, работает? Как-то странно, но тут больше, наверное, ничего нету. Но я больше ничего тут не замечу. Довольно крипово. Что неизвестно, где мы даже. Ой, блядь, сука. Хватит пугать. Зараза. Пипец, я думал, она меня сейчас сомкнет. Да, в наушниках реально круто в эту игру играть. Так, мне еще надо два этих, две штучки, да, наверное? Как же, что тут надо сделать? Я вот не понимаю. Может быть, как-то этот раздолбать или что? Опа, что такое? Фу, я раздолбал. Масло? Маслом заправить, что ли? О! Я маслом заправил. Ну, подождите. Хорошо. Масло из гриба. Это уже что-то... Мне не надо больше этого масла, он говорит, да? Ойл. А, или, друзья, может быть, надо полить вот сюда. И тогда мы сможем открыть вентиль. А ну-ка. Да! Вот, теперь мы смогли открыть. Тихо. Тихо. Так, где? Ой! Тихо, не двигайся. Блудлинос, не двигайся. Все в порядке. Куда мне идти? Куда мне идти? Я отсюда пришел, да? Тихо, 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 тихо. Надо потихоньку. Вот эта вагина меня сейчас сожрет. Так, ждем, 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 идем. Тихо. Все нормально, все в порядке. Посуда какая-то. Так, пришел я откуда? Я не пойму, откуда я пришел. Сюда, может быть? Или это я обратно выйду? Бля, я обратно вышел. Сейчас, сейчас, сейчас. У него там что-то во рту. Бля, я сильно быстро двинул. Ладно, еще раз. Пошел ты в сраку. Эй, ну я же быстрее. Ладно. Сделаем так. Опа. И ты меня не заметил. Так, что-то надо тут сделать. Потетос. Так, разбить что-ли за тарелки. На. Тихо, она пришла сюда. Мы ее отвлекли, но смотрите, прикол, она не может пройти, потому что тут ящики стоят. Так, значит, мы сюда сможем пройти, да? А, вот она. Тихо, стой. Стой, не двигайся. Эй! А... Как? Если я стоял на месте. Надо было сваливать, мне кажется. Ладно. Короче, сразу сюда. Молоточек. Блин, а где ж мне еще одну найти? Я понял. Смотрите, сейчас возьмем вот эту. Сюда. Да как так? Какой-то бред. Мне надо сваливать, видимо, отсюда, потому что он сразу... А мы... Ага. Ладно. Я думал, знаете, короче, разбить вот эти штуки, но... Ладно. Сваливай, сваливай отсюда. Все, есть, закрыли. Какой звук. Какой он злой. Так, еще одну четвертую надо штуку найти. Но где она? Где же четвертая?
Может быть, где-то тут. Четвертая плитка мне надо. Она где-то спрятана, я 100% уверен. Где-то среди пикселей, и я просто не вижу. Так. Ладно. Может быть, где-то тут. А может быть, не... Я могу выйти сюда? Да, тут все поменялось, смотрите. Вот она, четвертая плитка. Есть! Отлично. И тут, видите, с... Бля, тихо. Не пугай. Сарделькина мошонка. Так, вот по этой схеме мы теперь должны выставить, наверное, там эти плитки, потому что я смотрел, они какими-то там вроде как узорами как-то идут. Вот, а ну-ка, давайте попробуем. Так... Вроде, если я не ошибаюсь, это вот так. А вот это как-то я не знаю. Сейчас попробуем так, а если так, две поменяем. Фу, есть! Оу, oh, yeah! Давай, 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 моя родимая. Блять, быстрее! Быстрее! Я лезу! Фух. Еле успел. Что за машинка швейная? Что такое? Я дух? Это я? Так это я, да? Не понял, я чё был, всегда злым духом? Бля. У меня аж мурашки по коже идут от такой музыки. Теперь я вспомнил. Вот это пиздец. Они поймали меня? Они добрались до меня? Они всегда были тут? Что ли? Пиздец. И получается, я один из них, что ли, или что? Да, один из них. Пиздец. Вот это да. А ну-ка. Что? Что за херня? Кто это? Кто-то светит там. Это был такой же, как путешественник, как я ранее. Момент, когда я увидел... Незнакомца, который убегал, это мой был билет, чтобы выбраться отсюда и проснуться наконец-то. Что за бред? Эй, мне надо за ним бежать, что ли? Я должен был поймать его и разбудить свое спящее тело. Тело, которое не проснулось, что ли? Тихо, тормози. Но как это произошло? Как я стал реально монстром так легко? И чего же боялись те монстры тогда? Чего же так, такого боялись? Так, тихо, остановись. Это было так легко, так легко. Я что-то свое тело то ли разбудил, то ли что-то типа такого. Или покинуло тело в моем хаотичном мире. И я проснулся. И оставил то место хаоса, которое преследовало меня, и наружу. Получается. Видимо, все, прошли, хорошая концовка, видимо. О боже. И он стал как бы демоном, или что-то типа такого. Честно говоря, прикольная игра сделали, прикольно, мне нравится. Вот таких вот редкость игр встретишь на прохождение. Так что, если вам понравилось, друзья, ставьте лайк, подписку. Делайте обязательно, вступайте в группу ВКонтакте, если вы, конечно, еще этого еще не сделали. Всем пока и удачи. Подписывайтесь на канал, будут такие игрушки и в будущем. Я находить. Ну и пишите в комментариях, что же вы думаете по этому поводу обязательно. И...